Вот недавно было на экране. Ну ладно. Where did you get these ideas? Тем временем зал все-таки наполняется. Пиццу на экране доели, и теперь ничего. Просто ждем. Пока что. Пока происходит что-то. By which I mean they only get sound cues, their own innate timing, and their raw skill. Shoutouts to Lizstar, because she's awesome. Know you. Вру, вот, а слепая гонка в Punch-Out'е $4,361, а до цели 5000. На самом деле, если так будут кидать деньги, то абсолютно смогут. Если вот за это время, конечно. Ну, скорее всего, не успеют. Нет. Ран стартует минут через 5-10 максимум. 10 максимум, надеюсь. Но, да. Кто-то закинул 5000 баксов. Вау. Окей. Это было мило. Только не говорите, что как раз на слепую гонку Супер Панчаута. Сейчас не знаю, что за ивент будет 7-13 октября. Нет. Я не знаю, сколько периодичности, если честно говоря, вот до меня рекламировали это. Так что, наверное, на этом ранее я промолчу, но на следующем перерыве я точно скажу, что это будет интрига. Интрига? А, интрига! Что за игры скрываются под плашками бонус гейм? На самом деле, у нас список-то есть, но я не знаю, а стоит ли говорить о них. Вот сейчас я точно могу сказать, что это будет... вот на вот этой бонусной второй игре будет Super Mario Bros. Это Any Percent, то есть со всеми варпами. То есть вы увидите сначала категорию абсолютно без каких-то там проблем, скажем так, без варпов, а с помощью труб. А дальше вы увидите более быструю категорию. Говори. Ну ладно, короче, смотрите. 7-13 октября будет марафон русскоязычный с русскоговорящими товарищами. Да. Будут интересные игры. Интересные и очень интересные. А также будут отечественные игры. Я не знаю, конечно, что вы хотите. Что вообще кто-то хочет. Но одна из игр, которая там будет, это прям ух. Ух, прям. Аж обои отклеиваются. Ух. Но вам придется ждать, пока мы... Список должен быть уже на следующей неделе окончательный, если я правильно помню. Так что ожидайте этого. Да. Так они на гонку-то набрали, не набрали? Сталкер. Ну, это... Это одна из... Это все-таки хорошая игра, мне кажется. Я 100% кого-то сейчас оскорбил этим мнением, но... Это только мнение какого-то там комментатора. Данное мнение не представляет общее мнение коллектива Руск по данному да, по данной игре. Хотел сказать по данному произведению, но ну можно ли назвать игру произведением?
чего-то. Искусство. Какие-то можно вообще. Знаете, это... Наверное, не надо отвечать на это. Это риторический вопрос. Сейчас доскреблю других 50%. Упс! Да. Не показывает направление на повязку. Ну, в любом случае, мы увидим. Если они будут ранить в повязках, это будет... Ух! Все время я вижу, что в целях, донатах всех покемонов, которые мы набираем в команду в Pokemon White 2, пытаются назвать Пикачу. И выглядит... Интересно. $10 from Miss Maggie. After last SGDQ's blindfolded punch-out run, I need to see more. Put this towards blindfolded super punch-out, and good luck to both our runners if it gets met. $100 from Lewis 158. I saw the blind punch out last GDQ and it was awesome. Let's do it again. Blind hype. Ну, не скажу, что очень много русских игр. Но квестов вроде бы как у нас нет. Хотя не помню, честно говоря. Но одна из самых ужаснейших игр российского игрового геймдева будет, если вы знаете, что это такое. Это... Знаете, я просто замолчу. Нельзя такие вещи говорить вслух. Это просто... У нас приличный стрим, у нас не матерятся, у нас правила вообще. Так что, да. Наверное, мы не будем говорить данное имя игры и не будем... больше это упоминать. Пожалуйста. Вообще, если не показывают, кстати говоря, донат цель на слепое прохождение, то, скорее всего, на нее набрали. Так что... Ух! Ух, обои начали осваиваться. Thank you to everyone involved in making this event a reality. But guess what? That also means you. Та-ра-да-да-там! Извиняюсь. Почему-то все хлопают. Хлопаем? Да.
И мы еще не пришли на игру. Ну, чатик, задавайте свои ответы, вопросы и прочее. Вообще бы я, честно говоря, хотел попробовать найти больше отечественных игр. Чисто даже ради вот изучения, стоит ли спидранить. И у нас как бы сообщество огромное, потому что, ну, кто-нибудь да может взять. Я, например, взял как-то с самого начала 25 to Life игру. И один ее ранил. Есть какой-то раннер, русский тоже, но его в Дискорде, видимо, и нет. Stick around, friends. We're getting that super punch out run all set up. Again, blindfolded, thanks to you. Don't go anywhere. I'm going to put on a Twitch ad. Hey friends, welcome back to Games Done Quick Express. We have a lot of amazing donations coming in. Thank you again to everyone. If I don't get to your donation, I'm sorry. I'm currently being crushed under the weight of them. Тем временем товарищ Листар, комментатор, прям его задавили все донаты. Он не успевает их читать. Тем временем имя игрока Pokemon White 2, по ходу дела, будет мой чувак, а не Пикачу. Но мы будем... наш противник будет Пикачу. Все покемоны, которые будут у нас, будут Пикачу. И... А, нет. Теперь один из покемонов будет называться Ру-Ви-Ви. Если правильно помню, это отсылка к стримеру... Баду. Ру. Я забыл. Я забыл его никнейм. Окей. Эй! Мы почти начали! Welcome to Blindfolded Super Punch Out. As you can imagine, neither Zallard nor Hootie are going to be talking much because they have a lot to focus on while they do this. So, my name's Clage. Ну это. I'm Sinister. Извиняюсь. Надо просто сесть правильно. Ран вслепую. Ран вслепую.
Да, это будет ран слепую, если вы не поняли. Это будет одна из таких интересных штук, которые являются, наверное, одними из ярких моментов марафона. Потому что я должен так вот немножко в историю углубиться. На вот абсолютно всех марафонах ГДК очень часто появлялись слепые раны вот как раз панчаута. Это одна из таких штук, которая выглядит очень круто, особенно когда раннеры в принципе объясняют, как именно они все это делают. Но есть, скажем так, определенные поведения у искусственного интеллекта по таймеру. И если они не вписываются в это все дело, если они, раннеры, делают хоть одну малейшую ошибку, то все может пойти... Все может пойти как праздник. Да. Сейчас сказали. Ребят, у раннеров сейчас будут наушники, которые будут... Абсолютно звуконепроницаемые, ну почти звуконепроницаемые. Но зал, пожалуйста, не хлопайте до того момента, как раннеры завершат. 3, 2, 1, поехали! А, так, чат, пожалуйста, синхрон. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я вижу, что я слишком близко с самим нашим оригинальным стримом. Я что-то это... напрягает. 17, 18, 19. Да. Но сейчас Заллард сразу обогнал Хути. Хоть это достаточно легкий раунд, потому что этот противник, честно говоря, очень легкий. Вот, совсем легкий. То есть... Да. Что он говорит? And if you don't change the default options, this activates a power mode for Little Mac, where his punches are much faster, his dodges are much faster. But the problem with this in a blindfold run, there's no. Они сейчас рассказывают о вот этой полоске внизу, которая S. С. С буквы S в левом нижнем углу. И также о портрете самого маленького Мака. Ну, Little Mac, маленький Мак. Вот нижняя полоска позволяет нам делать супер удары по врагу. А апперкот и удар, супер удар по животу. Кажется, да, супер-удар по животу. А также, если, чем дольше идет сама битва, ну, сам поединок, вы уже можете видеть, что портрет, задник у портрета маленького Мака меняет цвет. И если этот задник становится красным, то, ну, это также позволяет... делать маленькому Маку удары посильнее, чем обычные. Ну,
И все-таки, Залард один идет быстрее, чем Хути сейчас. Сейчас они, раннеры, я так скажу, абсолютно на автомате все делают. Объясняю примерно почему. Также, повторюсь, у всех противников есть определенная последовательность, которую они атакуют, ну, примерно, и часто нужно ориентироваться чисто на звуки атак, то есть какие-то, например, противники могут атаковать только вот верхней части игрока, какие-то будут бить очень сильно, но не часто, или уворачиваться слишком часто. Так что да, это интересная игра с тактикой, которая, ну, в этой игре нужно использовать тактику. Хути, ай-яй-яй-яй-яй. Все-таки получил немножко по лицу Хути. Но Залард, по ходу дела, все-таки Залард идет вперед. Очень быстро, очень легко Залард один расправляется с Бобом. Боб Чарли. Ну, не Боб Марли, но Боб Чарли. Тем временем Хути вырубает Боба. И Залард переходит на Джейкич. Его, да. Абсолютно тоже рандомный боец, который, которого невозможно вот 100% предсказать, да, в принципе. Но очень повезло ему, что вот настолько легко он его ударил по лицу. И не по лицу, а противника бьют еще по животу. И Хути... Ай-яй-яй. На самом деле, этого Драгон Чана можно занокаутить примерно в 7-8 секунд после начала самой битвы, но это тоже абсолютно рандом, это может быть даже и не повезет тебе. Также вот у Залларда сейчас битва с вот этим горячим мексиканцем. Я не уверен, кто именно он. Но одна из уникальных фич, как вы видите, это стать тенью. У нас происходит небольшой бой с тенью, где мы не можем его ударить. То есть, вот он становится прозрачным, и как бы удар ничему его не сделают. Ай-яй-яй-яй-яй, Залард, вставай, давай, ты сможешь. Ты настолько впереди был. Хути победил его. Практически с первого раза. За какие-то 10 секунд. Это абсолютно рандомная победа была у Хути. Ему просто повезло. А Залларду попался абсолютно худший рандом, который только мог быть. У Хути сейчас одна из таких более нерандомных заскриптованных битв. Ему нужно сейчас тройной нокаут сделать.
у этого самого мистера Санбана. So that completely alters what happens when they kind of get knocked out of their route and have to improv. Сейчас Саран, комментаторы говорят, что в обычном панчауте, в первом, были звуковые подсказки от самого тренера, то, что, типа, можно использовать супер... Нет, в аркадной версии супер панчаута были звуковые подсказки, что вот супер метр внизу, который заполнен, и можно наконец-то ударить. Но в версии на NES, к сожалению, этого абсолютно нет. И нужно прям вот вслепую работать. Также Заллард наконец-то выбил мистера Санбана. Он лежит, спит. Маленький маг очень рад. И тем временем Хути все-таки выигрывает. Super gut punch to get that second knockdown, and then Aaron Ryan takes the jab, and, or the gut punch block, and then buffers another super punch. So easy TKO for Hooty there. Another important thing to note about. Хути выигрывает эту битву. Вау, окей. Залларду вообще не повезло кошмарно на самом деле. Я забыл. All four of your punches have completely different speeds in SPO. The left jab is the fastest, followed by the right jab, and then the left punch are the next two in order, but all of them have different frames of startup, as well as the dodge is much more manipulable in this game, whereas NES punch out, as Sinister well knows, you basically have your dodge and your quick dodge as your two major mechanics. In Super Punch Out, you can hold the dodge for an obscene amount of time or let go basically at any point. For a very wide window, and that actually makes dodge buffers a lot more difficult. Также сейчас комментаторы рассказывают о скорости атак в этом самом панчауте. Например, хук левой рукой. Удар левой рукой, это самая быстрая атака, а хук правой это вторая по скорости атака. Ну, естественно, все сильные атаки — это не самое быстрое, что можно провернуть. Также у вороты, которые были в прошлой версии игры, то есть в панчауте на NES, было два вида уворотов. Простой уворот и быстрый уворот. А в этой игре можно жать уворот очень долго, даже слишком много. У Хути был заскриптованный урон Маку. И он выбил смех из этого клоуна. Тем временем Заллар все-таки только-только бьет этого самого клоуна. Итак, Супер Мачо Мэн — это самая сложная битва в слепую. У него абсолютно рандомные атаки. Вот совсем абсолютно. Их невозможно предсказать вслепую. То есть вот тут нужно прям визуально знать, что тут происходит. Хути совсем не везет на самом деле с этой битвой. Как-то, ух. The problem is the initial sound cue on that is basically identical. So the best they can do is take a wild guess at what one is coming. And you see right there, Hootie. Также вот рассказывают комментаторы, у этого самого Супер Мачо есть три программы. Программа А, Б и С. Первая — это удары в живот. Вторая —
Так. Вторая — это удары по лицу быстрые, а третья — это апперкоты. И проблема в том, что звук, который воспроизводится при вот вызове, скажем так, этой программы, они абсолютно одинаковы. И Хути не повезло. Он проиграл. Заллард тем временем надавал Мачо Мэну по лицу и прошел дальше. Абсолютно каждая битва вот в этом Супер Панчауте абсолютно вслепую. Абсолютно вслепую. Сложна. Вот, особенно на конце игры, скажем так. Narciss is, narcissistic, and he doesn't like it when he punches Little Pretty Face, so he goes into a much more easy-to-handle mode once you've punched him once in the face, so, you saw Zaller basically took a hit to set up a guaranteed counterpunch opportunity and get Narciss into that I'm mad mode, so... Также вот Zaller сейчас бьется с Нарциссом, которому очень не нравится, когда его бьют по лицу. И если его бьют по лицу, то он идет в такую свою яростную, скажем, форму. И в этой яростной форме его намного легче ударить. У Зарода на самом деле вполне хорошая битва сейчас происходит. Jab combo gets the stun, very nice. And Narciss should go down pretty quickly here. Yep, the rapid punch gets it done, very nice. И должен сейчас Нарцисс упасть. Тройной нокаут. Минус один. Бум, тем временем Хути начал биться с Нарциссом. А Заллард... против Залларда мужик с палкой. Просто мужик с палкой, хорошо. Can be done very easily blindfolded, except when he decides to not cooperate. And I didn't even get to a chance to talk about this. They've both had a strat developed that is basically, they said, about 96% consistent. So break out your this has never happened before because Hoy has gone for the 4% here. That was a nice counter. Yeah. Should be pointed out though that. Ух, Заллард все-таки начал. Ну, контратаковал этого самого мужика с палкой. А на самом деле, этот мужик с палкой, я честно пропустил имя этого бойца, он достаточно прост вслепую, но только тогда, когда он захочет кооперироваться с раннерами. А, Хой. Хорошо. Ай-яй-яй-яй, Залларда упал. Нет, давай, вставай. И Хути все-таки пробился вперед. Тройной нокаут. Да, они абсолютно вслепую играют. И Хути наконец-то дошел до последнего босса, скажем так. Также Заллар дошел до последнего босса. Это на самом деле достаточно простой противник. Достаточно простой. Если раннеры будут бить как вот нужно, скажем так. Nick is
Так, Заллард все-таки не смог его выбить вовремя. Итак, Хути... Хути все? Да. Хути на последнем, абсолютно последнем. And, well, he has no eyesight, so good luck doing that right now. So it's gonna be up to Zallard if he can hit. На самом деле, этого босса можно нокаутировать до трех нокаутов. И... да. И Заллард смог его вырубить один раз. Нет, все-таки, кажется, ему нужно будет сделать тройной нокаут. И, к счастью, там... Ну, давай, Заллард! Давай! На! Сейчас мы посмотрим, как Залларду не повезло. Хути совсем плохо. Хути огребает по лицу. Ай-яй-яй. И Заллард. Тройной нокаут. Заллард 1. 19 минут. 1 секунда. Он очень часто, на самом деле, выступает на ГДК с слепым панчаутом. И у Хути сейчас бьет, ему нужно. Давай, родной, давай, бей, упал. А, 3. Ай. You cannot win by decision in Super Punch Out. It does not exist. If that timer gets to 3 minutes, you take a loss. And not only that, but because Hootie did not have full health, the refills for his opponent are bigger. Если таймер, кстати говоря, вот этот, который в правом верхнем, ну, да, в правом верхнем углу, будет на 3 минутах, то это автоматическая неудача. И Хути, ну, огреб совсем по лицу. Ай. Сейчас ему нужно попробовать на первом ударе сделать контрудар. На! Нокаут! Сделал! Он смог первый раз сделать контрудар. Так. Суперудары от Хути, и Ник опять упал. И сейчас он должен встать. И уже последние удары. Давай. В Хути. Чуть-чуть осталось. Ай-яй-яй. Да, к сожалению, есть такая атака у этого самого Ника. И тройной нокаут. Тройной нокаут. Что-то упало. Хути закончил. Это был тебе 21-40. На самом деле, вот этот самый супер панчаут, он очень сложный, вот кроме шуток. Сами раннеры показывают это так, как будто это не так сложно. Но это реально сложная штука.
this is a terrifying run. Both of them were over there being like, we're really nervous, and just said, no, you're going to be fine. Do your thing. You guys always do well. And they did. So give them one more round of applause, everybody. That was incredible. Amazing work to both our racers. I know if I tried that, then I would be... Ух, на самом деле это было круто. Честно говоря, это уже какая-то определенная традиция. Пытаться показать на каждом... Hey friends, how y'all doing? Everyone recovering from that run? Next up we have... На каждом марафоне слепой ран. В принципе, любой слепой ран, на самом деле. Ну что, чат? Мы скоро вернемся. Наверное, да. Сейчас у нас будет... У нас будет, кстати говоря, что сейчас? Нас ждет Super Mario Bros. А категория Warpless на NES... От раннеров Supersonic 71087 и Decade. Также бонусная игра 2. Неизвестно, кстати говоря, она будет или нет, потому что, по сути говоря, должна быть Super Mario Bros. Any Percent. Но я видел, что на нее собирают цель донатов, так что, да, возможно, ее и не будет. Также будет Super Mario Bros. The Lost Levels. Категория Warpless D4 Mario на SNES от Runner Picante. И также будет Pokemon White 2 Challenge Mode на Nintendo DS от Runner Pulse Effect.